кормушки. Мам, помогай! Да? Я думала, ты сам справишься. У тебя хорошо получается. Руки не шевели. Не шевели, не шевели, давай. Помогай, господи. Мам, помогай. Давай. Помогать я ему буду. Давай, давай, ты с той стороны, я с этой. Не шевели руками, а то будет петь пальцы. Ну дальше вот руку мою, вот эту. Руку вот так вот же, по контуру. Угу. Вот так вот. Не видишь, что ли, контур? Вот по контуру не веди. Не шевели, а то опять так же получится. Ну, мам, а то я сейчас палец еще прорисую. Палочка. Как зайка. Пи-пи-папа. Пи-пи-папа. Папа-папа, пи-пи-папа. Пи-пи-папа, папа-папа. И куда? Бабуля уже сил заканчивается. Ну, сам нож ты даем. Хочет, чтобы его хватает. Куда полез? Давай. Ползай. Ползай. Ну, ползай. Опа. А ножками? Ножками. Ой, я совсем забыла о пироге. И вывернуть его наизнанку и повесить его в стране. Нет, плохие идеи. Лисичка, а давай мы сами приготовим пирог. Ты главное говори, что делать. Хорошая идея, Лисичка. Что сейчас мы приготовим самый вкусный пирог? Чего начинать? Для начала... Yeah.
кто музыку не любит, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню разучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Па-па, ла-па-да-па-па, 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 ла-па-да-па-па. Природа гордится ей за то, что бабушка прячет из желтых мегапи, но щитит стариков и детей. За то, что бабушка прячет из желтых мегапи, но щитит стариков и детей. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, но моя бабушка курит трубку 100. Бабушка моя, у нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, но моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Yeah.